Eric, can you hear me? Yes, I can. I will ask just a few questions, silly questions, and want to have smart answers. For sure, definitely. Sounds good. When I walked through the front door and looked at the venue, I actually really said, oh my God, this is big. And this the organization he's had with everyone working for him is the best I've ever seen. I've never seen a platform and everybody work together so good in my whole life. So Kirill did a fantastic job. Привет, Виктор. Привет, Андрюш. Все, давай, не спеша, спокойно, раздевайся. Паспорт дал, карточку дал. Ага. А, карточку. Нету, здесь дадут. Ты только проснулся, что ли? Да мы не ехали только кругами. Вот они с пешком, все, мы бежим. Ты пробки, что ли? Да нет, проехали, это поворот. Не дыши. 155. 400. Кирюх, не знаю, как получится. Давай как можешь. Да, я все, что мог. 4 все-таки турнира, многовато.
Wayne Hurd, Australia. Come on, Wayne, let's go. Come on, Wayne. That's easy, let's go. What? Будут ли фамилизаты ваши аплодисменты, Вейн? Учами, амири! Установила штангу 370 кг, к этому весу готовится Тимур Гадиев, Швецов Станислав готовится. Тимыч, первый поход, Вес готов. На помост приглашается спортсмен из России, город Уфа, чемпион мира Тимур Гадиев. И встаем! Встаем! Костя! И встаем! Встаем! На помост приглашается спортсмен из России, город Волгоград. На помост приглашается очень сильный человек. Его собственный вес 169 килограмма. Встречайте, Роман Голубев! Mr. Intensity. He's so much different than the videos you see. When he goes crazy and nuts and screams, and then you see him in person, he's a giant teddy bear who just wants to help everybody.
And obviously he's strong as hell. As long as you don't use bad language, I think it's great. Why not? We're all individuals, it's action. We all got our own personalities. We all can't go out there like this and lift and nobody smile, nobody cheer, nobody do anything like that. I think it's great. I got no problems. Андрей Молодичев! Давайте поддержим Балана! Давайте, давайте, давайте! Но ли, к сожалению, неудачный подход. Но ли, к сожалению, неудачный подход. Но ли, к сожалению, неудачный подход. Аплодисменты! Очень сильно завелся. Вот в Америке больше было точно так же. Завелся очень сильно. Вот. А потом во втором подходе я уже успокоился. И уже третий вообще был идеальный. Все как надо сработать. Андрюха, а может присядь первый? Ну, присядь, присядь. Нет, ну, давай. Да и какая разница? Да, да, нет, делов. Я смотрел. Нет. А как встал? Я смотрел. Встал хорошо. Просто не удержался от тряски. Просто смотрел это глубже. Казалось, команда не встала. Не стоит команда. Да, просто растрясло. Гриф мягкий очень для него. Менять надо. Если бы снаружи, уже не казалось. А можете поменять гриф на обычный? Можете менять гриф на обычный? Еле даешь. Ну ладно, да, это уже реально, это уже будет выглядеть. Это же хуйня какая-то, конечно, что это, один человек будет. Всем трясет, всем трясет. Значит, нет, по правилам можно, что я решил, можно выходить, ассистент удерживать. Ну, то есть с отцом он вышел, а меня прогнал. Его прогнал. Не дал его трогать даже. Он же просто меня закрепил. Уйди, Гайта, и все, чуть ли не, блин, не матом, блин. Он меня остановит, чтобы я перестал трястись. Ну, когда выносит человека, его просто придержал, как только он встал, я отпустил. И уходит. А он, да, мне даже не дал туда зайти, орал как на меня, как бешеный. Чика? Ну, конечно. Потому что везде так можно делать. Чтобы, когда выходишь, тебя держат, чтобы ты успокоился. Вот ты успокаиваешься, все, люди уходят сзади. Вот. И как бы ты начинаешь движение. В первом подходе Борис Иванович не разрешил Максиму это сделать. Но во втором подходе там выводящий из зала, очень хороший парень, молодец. Сделал все как надо, прям вывел. Я закрепился, он ушел. И все, я сделал движение, все нормально. А у нас это Россия, да? У нас как раз наоборот. Легко справляется с весом атлет. Встречайте, Алексей Никулин. Thank you.
Я так посудил, да! Не, у меня ноги стоят, спина не готова. А, знаете, большой, уставший. Спина, да. После 5 недель, после тяги отходил. Сейчас. Давай, давай, давай. Pull it, pull it, pull it, pull it. Hold on, hold on, hold on, hold on. Yep. That's good. Yep. That's tighter. Finish off! Станислав уже заслуживает ваши бурные аплодисменты. Вес готов. На донос приглашается. Очень сильный. И встаем! Встаем! И легко справляется с весом. К сожалению, неудачный подход, аплодисменты или только... Помоги ему остановить его, блядь! Come on, son, you got this! Встречаем Эрик Ильбридж! 450 килограмм! Давай еще раз! Big man, come on! К сожалению, неудачная попытка. Ну что же, ваши аплодисменты Эрику. Ну что, битва титанов продолжается. Nah, it didn't feel bad though, but I felt it the whole part. There's no way I could think of the spot. Я не знаю, сам не знаю. Он присел глубоко, и у него что-то лопнуло. Я не знаю. Я не хотел у кого-то проблемы. Я от души помогал, что... While he was performing the squat on the way down towards the bottom, his left hamstring popped, so it tore. We're hoping it's not a complete detachment, but for sure it's a tear. And he's not able to complete the competition at this point. He may be able to do a token bench and token deadlift to stay in the competition, but not at 100%, probably maybe 25% or less at this point. Yeah, you know, like, oh shit, you know, it's something just that, yeah, but you gotta keep a positive, you know, keep positive, have a good attitude, and know that you'll come back stronger. Как сказал Эд Коуэн, it's war. Это война.
Бедра повредил. Так и не разобрался, в чем дело. I think with the a lot of the travel and the food and the hours difference, I think Eric dropped too much weight and couldn't keep it up. I used to have the same problem when I used to lift in the IPF and compete overseas a lot of times. I'd come over weighing a couple, like a kilo heavy, and then all of a sudden after one day my weight would just start dropping. No matter what I ate or drank, I couldn't keep it up. On the second attempt, when I was coming down, I felt my hamstring pop. And when I went to push, there was nothing there. So I had a pass on my third. There was no way I could have taken another one. The only thing I could think of is I was down a few kilos in body weight, being a little dehydrated. Other than that, that's the only thing I could think of that contributed to this injury. I've done 450 many times in training and in competition before. So I know it's a weight that I can do. It just wasn't today, unfortunately. I don't think I'm going to be able to bench because I can't get my leg back. It's really swollen right now, very tight. So I think I'm just going to have to pull out of the meet, unfortunately. Слева сиди. Не бойся, держи его, не бойся, за грудь. Во время упражнения я же не могу. Давай, давай, Андрей. Никита, легендарный атлет. Россия, город Москва. Андрей Полонище. Давай, русский мужик, русский богатырь, ваши аплодисменты! Очень легко вообще стало. Мне тяжелее было отходить. То есть гриф, он длиннее, и он как коромысло. То есть я отхожу, он... Вот меня также Эд Коин выводил в Америке. Он меня раз и задерживал, потом я закреплялся, все, убивал руки и все. I want to see that. Yes. Everybody has to know. I want to see that. Yeah. Что ты смотришь? 575, Андрей, какие? Это не 35 же. Вот так соток возьмешь? Договорились. Если он чего-то захочет, то он обязательно это сделает. Вес готов. На штанге 475 килограммов. На помост приглашается. Вот это по-нашему. Thank you.
Гудрих Андрей Малоничев говорит сегодня чудеса, ваши аплодисменты. Андрей Малоничев, Россия, город Москва. Я обещал прийти, поэтому пришел. Естественно, хотел посмотреть Андрея Маланчева, потому что только что мы с Александром разговаривали о том, что как быстро летит время. Я его выводил, когда он еще был юниором на помост. Я лично выводил его. Поэтому, конечно, приятно встретить друзей, знакомых. Поэтому с большим удовольствием встретился с друзьями. Я считаю, что шоу удалось. В принципе, удалось. Прекрасное оборудование, прекрасная реклама. Я думаю, что это приживется, приживется. Красиво. Ну и, естественно, мне понравилось, что в самом начале очень было много зрителей. Сейчас, конечно же, растаяли, наверное, вечер, воскрес, суббота, уже разбегаются. А так, когда мы приехали, было очень много народа. Это всегда приятно. О! Хотел больше пожать, 70, но вот там не было такого кабралина, как здесь. То есть я, у меня жим, я отталкиваюсь ногами всегда. А там я ставлю ноги, прогибаюсь, и у меня ноги уходят. И мне приходится жать одними руками. Так Кирилл подошел, мне сказал, надо было меня позвать, я бы тебе принес. Но я не стал как бы ничего говорить, условия как бы для всех. Но тем не менее, меня, конечно, одними руками сложно жать. Медведи, блядь, на помосте на их. А зачем ты так смотришь? Что ты не, нормально не смотришь? Что говорить? В тяге становой мы разминаемся и ждем своего выхода на помост в заключительном движении. Сколько в тяге сказал на первый? Двадцатка. Ну, уповаю на мягкий тяговый гриф, поэтому думаю, может, а вдруг полегче будет. Приглашается спортсмен.
for him. В июне. Давай, мама, блядь, делай, мама. Папа тебя ушел, да? Штанги 350 килограмма. Андрей Иванович, Россия. Надо сделать максимально. Я классики не тяну. Что, елки? Да? Никогда. Сегодня первое соревнование. День сурка. Ты знаешь, что у меня уже энергии не осталось мало? А у меня? Я тебе последнюю энергию. Завтра Константина тоже надо выводить. Сбираю, забираю. Я приехал для тебя и для Константина. Просто мала. Моя мотивация. Этот человек продвигал меня вперед. Если не был, я не делал эти вещи. Я знал, что возможно сделать за границу пойти. Это больших весов. Если человек делает, это возможно. Не, я еще друг. Че? Блядь. Новый полтайм рекорд в сумме троеборья. Итак, на вас приглашается. Давай, давай, скинуть все. А сейчас будет 400. Будет, думаю, что будет. Да. Будет максимально психологически готовым. Он без проблем будет. Сегодня будет? Думаю, что да. А он знает об этом? Он не знает, просто он будет знать.
Вот когда мы тебя смотрим на сцене, нам кажется, что ты не сомневаешься ни секунды. Ты сомневаешься в Малане? Нет, я знаю, что он поднимет, у него мышцы большие. Просто он психологически не готов. Просто я знаю, что надо ему психологически этот плохие вещи оттуда вытащить, что он контроль сделал, что он поднимет. Заводится, я завожусь сам, и у меня адреналин поднимается, я не, могу, не знаю, что говорю, просто давайте я помогу. Слушайте, вот это злой-то! Чё? Он там будет. Ну, вообще заведет. Мало, надо вернуть, мало. Давай, руки будешь вас? Мало, ты мало злой! Давай! На помосте Андрей Маланичев! Я не слышу поддержки зала! От профессионалов очень хорошее впечатление. Единственное, что, конечно, из-за их больших габаритов мышц ног, тяжело судить приседания, а так была хорошая, и борьба была хорошая. Особенно восхитил Андрей Маланичев, который установил 2 рекорда мира в сумме троеборья. Это вообще восхищен я им. И главное, что он очень хорошо работал именно и в приседаниях, последние 2 подхода чисто сделал, в жим лежа и тяга. Тяги вообще 400, я, честно говоря, даже не ожидал. Но, видимо, сказалось большой настрой как его, так и всего зала, который ему помогал своим скандированием. Incredible. That's why he's the best. I think there's only 2 people that have only ever pulled over 400 kilos sumo and over 400 kilos conventional. And that's Andre and me. That's my buddy. Почувствовал, что нормально поднимается, почему не попробовать. Я единственное боялся за руку, потому что мозоли задрал. И не знал, думал, 400 может вывести. А нет, нормально поднял, никаких проблем не было. Такое ощущение, что ты не хотел вчера поднимать много, как бы все, только Закир тебя заставил. Ну как, ну да, и Закир, да, заставлял Закир. Да, я хотел, он говорит, нет, давай, вот пойдем и все. Я говорю, ну ладно, Закир, пойдем. Я люблю вообще поддерживать спортсменов. Хочу, чтобы они поднимали больше. Это у меня нет внутри злость или как плохие, не думаю вообще. Думаю, что ребята поднимали, что смогли, это поддерживал. И спасибо Кириллу, что он такого сделал.